Мне бы хотелось, чтобы коррекция была звука такая не бу-бу-бу-бу-бу. Ну, Петь, включи что-нибудь. Раз, два, три. Теперь давайте инструментальную фонограмму баланс сделаем с голосом. Аплодисменты дальше. Быстро, быстро, дальше, ваши. Не дыши сильно, ну как он. Ну, сквари, раз, два. София не слышала. Найдите Софию. Ой, то не лучше, то не лучше. Не малым помочь потом. Слышишь себя, хорошо? Не малым помочь потом. Все, спасибо. Спасибо. Следующее. Каждое слово четче. Практически непонятно. И смотри в зал, в центр зала, не на меня. Следующий. Там перед невестами Артем говорит. И Артем перед невестами тоже говорит. Не, давайте, раз Артем придет, мы прогоним эту мелодию. Да он знает, у него одна строчка, Миша. Давайте, все, прогоним. Окей. Ты приходишь. Ты приходишь ко мне. Приходи ко мне, я тут стою с Артемом разговариваю. Нет, ну вы слышали? Эти малявки тоже про конкурс узнали. Малявки? Да что ты? Это кто такие? Ну что, Иванович? Отделяйтесь по сцене. Ой, где ручки? Я даже не знаю. Спасибо, очень хорошо. Слышно? Стоп, все. Все, проверили. Скажите, пожалуйста, а что вы тут все делаете? Все время стоите на сцене. Вы разве в этом номере сейчас уже должны участвовать? А они в эйфории просто. Вы все время стоите на сцене. Так нет, они просто, их и не прогонял никто. Они просто балдеют и помогают друг другу. Я не могу понять, ну что они там тусуются? Нет. Да. Поддерживают друг друга. Кто еще? Сюда, пожалуйста. Кто светит солнце и сама радует ветра в рукаве, и вдруг постепенно ждана чего? Кто музыка наполняет?
Ребят, сценка, которая перед песней Рустам и Зуля, когда вы вышли, Рустам, ты закрыл Зулю, ее не было видно вообще. То есть вы должны встать так, чтобы вас было видно, зрителю. Хорошо? Зуля, и ты чуть-чуть вперед выходи. Хорошо? Закройте. Еще раз выйдите, пожалуйста, из-за сцены, первые слова ваши сделать. Слезь с гироскутера. Все три девчонки, выходите в этого, который из номера. Стоп, стоп, стоп! Стоп! Господи, вот за что мы это? Как будто вообще... Не, ну подожди, а вот это то... Как бы по миру не пойти. Как бы по миру не пойти. Пойдем или пойдем? Все, нет. Пойдем или пойдем мы по миру, а полетим. Только вы мне помогите. Ты абсолютно просто не качайся. Когда у них заканчивается, вот ты начинаешь. Подошла, все время здесь. О, та-да-да. Очень. Вот так вот. Которые действительно репетировали и знают все. Сейчас мы отрепетизируем.